Это часть краевой акции. Подобные тематические ярмарки вакансий в Сочи проводят ежегодно перед Днем защитника Отечества. Такие же мероприятия для соискателей мужского пола уже прошли в Лазаревском и Адлерском районах. В центре Сочи свои вакансии представили более 20 предприятий. Они предложили порядка 700 вакансий. Сферы различные. Сегодня у нас и санатории, и здравоохранение, больницы, поликлиники, также охранные организации, строительные. То есть на любой вкус и выбор. Желающие получить работу могли прямо на месте пройти небольшое собеседование и заполнить анкеты на соискание той или иной должности. Ну а следующая подобная ярмарка вакансий пройдет в преддверии 8 марта. И работать она будет исключительно для женщин.